Бегемот. Видим бегемота. Если включить музыку, то она будет выглядеть вот так примерно. Давайте сейчас мы будем убивать бегемота. Музыка. Что за грызли бегемота? Вот так. Без музыки будет выглядеть вот так. Ну ладно. Белый бегемот. Так, крокодилы. Это карта легендарные горы. Все ту-ту говорят. Ну, у нас только один друг. Можно посмотреть. Тут. Альфа-миллион набрал. И вот первого джампа, которого мы встретили здесь. На тебе, по птицам. Подбежали. Повышение урона это. Всех птиц убили. Где же еще тут? Не зря же он вот тут миллион набрал. Видите, да? Как-то даже это. Носороги. Пока повышение урона, может, мы его собьем. На нифига, видите, не сработало. Вообще ничего не сработало. Ну хорошо, когда не один играешь, а кто-то помогает. Тогда можно использовать и покусать. Ловушку. Че? Она оттяни его на ловушку. Не хочет оттягивать на ловушку. Но она все равно сработала у нас. Ставим повышение урона. Навык. Птицы, птицы, опять птицы. Ну вот. Установили ловушку. Сработало. Все нормально. Всех шибло. Но этих я не беру, как вы. С ними не играю. Побежим дальше. Нам, в принципе, надо посмотреть этого слона. Слона джампового. Как он выглядит и сколько за него дают. Тур, как видим, вот стоит. Ну, Геймсом пока я не ощутил. Вот сколько набрал. 50. Одного Геймса на 50-ку встретил. Ну и то хорошо, наверное. В конце видео покажу свои навыки, характеристики. Так, и вот появился слон. Пока повышение урона надо нанести вампирским верхним когтем навыком. Ему удар. Нас отнесло. Пока, ладно. Сейчас он его будет отвлекать. А мы морозную ловушку попробуем поставить. Нет, он не дал, да, сыграл, буднулся, и все. Когда наносится на урон, морозная ловушка не ставится. Просто так кусаем, со стороны стоим. Все равно какие-то очки. Вот 295, 7 прибавили нам. Видите, хотя, я не знаю, мы что ли получилось, и еще и убили его. Играем, как видим, от альфы. Бегаем от альфы, а у нас атака 298. Он, в принципе, если мы ему не будем уступать, он на любых вариантах проиграет. Вот. А здоровье всего 6 кусков. Вот. Ага, тут яки еще есть. Так просто собьем яка. Нет, не сбил я его. Ребята, не сбил. Не пошел в тупик альфа, да? По карте если смотреть. Не пошел в тупик. Ну тут надо вдвоем бегать, потому что туры, слоны тоже как бы не очень-то это. Зачем он их убил? Вот два турки, видите. Ну, в принципе, я двух туров одним навыком буря снимаю. Навык бури у нас до максимальной и ДБ максимальная. И надо совокупно использовать ДБ и навык буря. Вот, сколько, видите, половину у него. Вампирским верхним когтем снял. Ну что, опять на нас. Иногда. О, все. Хана сразу. Альфа поставил порт и сразу все набежали. Ну ладно, что. Бежим, играем дальше. Потому что я попробовал одного. Вот трудно стоишь, ждешь скилла. Ну тут опять, видите, тур. Ну как делать? Надо хоп.
найти, докуда он доходит. Но мы уже эту карту изучили, знаем, докуда доходит. Вот, пока он бьет, ставим морозную ловушку. Надо было с повышением урона сначала. Что-то неправильно я сделал. Вот опять я его буднул. Вот все, включил и побежал дальше. Потому что 7 кусков он будет смертельно для него. Тут что у нас в биг пещере? Слон, где джамповый слон? Я не вижу. Джампового слона надо. А его нету. Чё ты за мной-то все бегаешь? Вот чертила, а? Видите, за мной четко бегает. Ну ладно, так его убьем. И этот за мной. А они-то что, вообще где они? Они вообще боятся его. И он опять за нами бегает. Он что, сильного игрока чувствует, что ли, я не понял. Ну что, успеем морозную ловушку поставить? Поставили. Нифига, мы его подсекли красивенько, да? Адреналин, ну так-то получилось. Птица тоже на морозную ловушку можно было. Тут уже, ребята, проиграно на этой карте много-много раньше. Раньше только на ней играли. Ну так, это простенькие они. Всех убиваешь сразу. Просто пролетаешь. Раньше тут и животные появлялись махом. Пробежишь кружок вот тут, за скалой, и все, и появляется животное. Да, зачем их убивать? Ну вот по карте тут, видите, и так тоже по два бегают. Ничего, слон. Слон чемпион. Не чемпион. Ну, вдвоем, видите, один отвлекает, второй убивает. Удобненько получается. Че, все? Даже моя морозная ловушка. Ну, птица повышение урона у нас стоит. Сразу пук нету. Вот прским верхним когтем навыком. Тут бури, снимем двоих птиц. Тут какие-то альбатросы летают. Тоже их убиваем. С атакой. Так, а альфа что, туда пошел? Ну вот сколько бегаю, не знаю, что тут альфа. Что его привлекло на этой карте? В принципе, должна команда играть. А, о, пантерку еще нашли. Ну что, кто там? Никто не хочет. Ну ладно. Сколько за пантерку дают? 340. Мало дали что-то вообще. Так, этих вообще. Вот опять два турки. Надо ждать, пока перезарядится. Поэтому бежим вверх. И пока заряжается, чтобы время не терять, там просто не стоять. Просто тут убиваем. Вот она все зарядилась. Я альфа-порт поставил. Давайте пойдем. А, кому бро. Посмотрим, что там. А, вот он, чампик. Опять вернулись мы к этому. Сколько у него? Бегемот. Белый бегемот чемпион. Белый бегемот чемпион. А, включать надо этот. Повышение урона-то. Но бурю не пускать, потому что все обидятся и потом с вами играть не будут. Останетесь на бабах. Плюс 3 всего. Плюс 3, плюс 2. Плюс 2. 5 надо ждать повышения урона. Навык буря долго перезагружается. А это... Поэтому ждем. Сейчас получается заперты мы получились. Ну, я думаю, тут до слона потом поиграю. Это видео закончу. На канал слона надо выложить. То на канале слона нету.
Вот тут смотрели, сколько прибавляется за животное, можно смотреть. Че? Тебе дать наушники записывать? Не надо. Почему? Да я вот записываю, вот вот эти есть звуки, вот, как это, вот, то вот. А? Если я буду шуметь, будет какая-нибудь звукоизоляция с наушниками. Угу. Ну сейчас потом допишу. Это так. Это вот звуки, которые я включил. А, вот вон того джампа у нас есть. Убил меня. Чё, слон? Джамп? Так, это включаем двух носорогов. Мы берем медвоед, муравьед. Медвоед, хотел сказать. Бежим. Вот этих надо убить. Бьем. Маленько с полным здоровьем. И перемещаемся туда. А, просто слон. Просто слон. Ну, ладно, давайте посмотрим, какие у меня. Атака, видим, 299, я помню, 214 миллионов, и 208 тоже стоит. Здоровье, сколько убил животных, смотрим максимальный уровень и здоровье мое. Вот, и просмотрим навыки. Навыки, значит, вампирский верхний кокоть, следующий уровень, последний будет. Тут неправильно отражается, вот сейчас правильно, плюс 125. Ауры, значит, вот этот прокачан, повышение скорости и повышение урона, особенности, видите, максимальный уровень и тотемы, вот. Морозная ловушка, я как бы использую вот эту, и она у меня получается, вот сейчас я буду брать за 30 кусков, а у меня 28-396, если покупать за эти, то можно купить, видите, то есть 14 тысяч стоит 5 1399 рублей. Ну, как-то так. Опять меня кто-то убил. Я не понял, как, кто меня мог убить. Непонятно. Ну, ладно, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Если интересна игра. Конечно, самые такие интересно смотреть, это бой по ПВП. Со всей планеты, когда 4 человека, волков на 4.